Потому что чтобы поточнее. Пятый выход был. Пятый у нас будет выход. Пятая команда выходной, да. И поэтому вот, с опозданием одного вида, вот так вот мы будем запаздывать мы. И мы будем запаздывать. Вот сейчас... Давайте посмотрим. Люся Рощина, да? Да, на брусьях как раз. На брусьях. Вот, ну, будем смотреть. Вот смотрите. Подъем. Вперед, поворот. Она нанизывает буквально элемент на элемент. Да, и перерёд. У нее все... Вот. Ах, как неудачно, к сожалению. Неудачно. И, понимаете, вот такое падение, у нее трудность, задам, ну, 6,7. Но падение сразу снижает, потому что соединение уже вычитается, уже не произошло соединение элементов. Вот смотрите, вот как... здесь, конечно, это же, ах, со штальдера назад перелет согнувшись, это очень сложно. Согласишься, что очень сложно. И у мужчин это сложно, а здесь у женщин на... Я поэтому к тебе обратилась. Вот этой. Как гимнасту, да, это все надо сочетать, и амортизацию жерди, и владение своего тела, это... И внизу страхует Сергей Андрианов, чуть не сказал, Николай Андрианов. Это правильно, тот сын великого Николая Андрианова, который сегодня работает специалистом на брусьях в сборной команде страны. Вы смотрите, что она... Это она просто на... страны. Вы смотрите, что она... Это она просто на ты с этим снарядом, я скажу. Даже падение я не считаю как беду большой сегодня, потому что мы говорим, она еще...